Ну, видите, небольшие изменения сделал, то есть я здесь провел вот еще дополнительно этот, потом выделил полигоны, сказал и сдвинул и задвинул это назад. Так, сейчас надо поставить на место курсор, вот так. Теперь у нас получилась такая штука. Вот мы сейчас пойдем в Edit Mode. Выделим ее. Объект сначала вот тут выделили. Edit, так, и точки. И выделим вот эти точки. Вот здесь. Точки выделим, а эти нет. Вот так выделили. Теперь правой кнопкой мыши кликаем. Вот здесь канал Sniper Tickles. Директор курсор. Они ушли туда. Я опять неправильно что-то сделал. Но надо наоборот сделать. Правильно. Но надо курсор к точкам привязать. Вот что нам надо сделать. Вот курсор привязать к селектированию. Раз. Все, он привязался. Вот теперь курсор привязался к селектированию. Так, сделали. Хорошо. Теперь берем цилиндр. Вот такой. Восьмиугольный, поворачиваем его на 90 градусов. Нет, location нам не нужен такой. Так, еще раз. Цилиндрик. Вот он, цилиндрик. Так, тут вот не должно быть тут ничего. Ноль. И все. Вот, пускай пока тут будет. Так, теперь мы его раскрутим на 90 градусов. Ось Y. Вот так. Но нам нужна ось Y. Нам нужна ось здесь X, правильно. Здесь тогда берем 0. 0. А здесь берем 90 градусов. Вот, и выдвигаем его. По идее, нам надо сейчас привязать. Ну вот, пожалуйста. Давайте отделим сразу P, скажем, селекцион P. Я не заметил, что это у нас было выбрано, да, штука. И поэтому мы сейчас скажем так. Ну-ка, объект мод. Теперь он отдельный, да? Все правильно. Двигаем его вперед. Ну, для того, чтобы у нас привязку, мы сделали привязку, да? Потому что нам надо точно, чтобы он здесь был, несмотря на все изменения. Вот сейчас у нас он где попало находится, да? Пойдемте в объект ноги, мы уже находимся. И Snape, скажем, по курсору. Ну-ка, да. Вот, видите, теперь у нас привязан к курсору как миленький. И никуда он теперь не денется. А это нам важно, потому как у нас здесь будем делать винт, и он должен быть здесь. Должен быть здесь и никуда не деваться. Хорошо. Вот это действительно хорошо. Так. Теперь остановим пока. Ну, а теперь мы можем спокойненько это уменьшать. Так, допустим, да? И S. Так, смотрим сюда. Так. Этот курсор мы не трогаем.
колесо пускай остается на своем месте. Нас интересует только цилиндр. Вот этот. Так. Мы его выдвигаем сюда. Делаем поменьше. Раз. Вот таким. Делаем. И, наверное, пошире чуть-чуть. Раз по оси Y. Похоже. Пускай теперь здесь и будет. Посмотрю, достаточно или нет. Ну, вполне достаточно. Хорошо. Теперь выделяем гид-мод. Идем в полигоны. Берем этот полигон. Е по оси Y. Таким образом мы выдвигаем раз. Выдвигаем потом два. О! Тут лишнее что-то у нас зацепилось. Это нам не надо. Вот так. Е, Y. Раз. Вот так. Хорошо. Теперь опять Е, Y. С нажимаем. И еще раз Е, Y. Делаем такую пимпочку. И нажимаем. Получили. Красота. Угу. Сейчас чуть побольше сделаю. С по Y. Вот так. Готово. Пимпочка готова. Теперь надо сделать сам вентиляторик, то есть пропеллер сам надо сделать. Я думаю, это не составит нам никакого труда. Вот так возьмем, здесь выделим, да? А, я не помню, у нас нет. А, ну да, мы уже собрали вместе этот. Поэтому делаем так. И так. О. Я что-то перебор тут сделал. Нам просто надо здесь выделить и здесь. А также здесь и здесь. Так. И в данном случае просто сказать Е. А не-не-не, прежде чем Е, нам надо сказать И. И вот так сделать. И еще и сжать. О. С по оси Y. Вот так. Да. Ну и еще. Да, достаточно будет, в общем-то. Лишь бы оно не создавало эффект, что слишком тонкое, да? Ну а теперь Е и тянем. Нет. Е. Мы сказали С. Начинаем тянуть. Вот такую штуку сделали. Ух ты, какой вентилятор. А дальше мы берем опять S по Y и сжимаем это. Так. И сжимаем по Z. S, Z. Та-дам, та-дам-та-дам. Вот так. Хорошо. Далее мы можем с вами выбрать вот этот, вот эти вот два, и сказать ему rotation. Запоминаем rotation. Так, секунду. Rotation на какую? На какой градус? Так, секундочку. Где у нас? Вот здесь же все показывает. Так, давайте гнуть его на rotation R. Начинаем гнуть. Что-то она не показывает здесь. Да ладно. Вот так либо он
не перегнулся особо. А этот наоборот делаем rotation. Вот в эту сторону гнем. Следим, чтобы он не задевал. Так. И далее мы сделаем следующее. Ctrl-R. Два штуки. Так. И здесь. Ctrl-R. Два штуки. Вот так. Перейдем в точки. Прозрачность. Возьмем вот эти. Так. Б. Вот эти точки возьмем. И двиганем их немножечко. По оси X. G, X. Вот так примерно сделаем. И S. Вот. Так. А это отдельно можно еще. Оси X тоже. И эти тоже. Б. GX. B выделяем. GX. Вот так где-то. Может быть, у нас слишком острые эти, я вот думаю. Не слишком ли они островатые, эти штуки? Вот это и вот это. Как-то выглядит опасно. S издвигаем. Сюда. Хорошо. Включаем. Так, смотрим. Да, все правильно, как и должен винт быть. Но лучше, если мы его сделаем действительно винтом. То есть, так это какая-то лопата, по сути дела. Давайте перейдем в edit. Вот. Так, во-первых, вот это и это. S в оси Z. Так, S в оси Z. Вот так. О, один не выделился откат. Все ему подай. Смотрим спереди. S в Z. Да что ж, ребят, ну не надо так делать. Я сейчас аккуратно выделяю все. S, Z. Так, хорошо. Теперь вот эти. И вот эти. Это будет S, Z, только наоборот теперь. Так. И вот это с этим. S. S, Z опять. И пошире. Ну, так оно больше похоже на пропеллер, правда? Загнутый, соответственно. Все, может летать. Готов. Не успели покрасить, не уложились по времени. Ну, покрасим в другой раз. У нас целый день впереди. Надейся и жди. Такие. Ладно, хорошо. Так что все-таки сверху, если посмотреть. Так, смотрим сверху.
Сверху выглядит все нормально. Готово.